Холушки Амигос, снова вы, снова я и снова злой Мизим. Я думаю, что кто-нибудь из вас заметил, что Evil Within не выходил уже 2 дня. Заткнись, бусинка. И может быть даже кому-то из них интересно, почему. Дело в том, что в хоррорах нужно делать перерыв. Медики очень рекомендуют, потому что если его не делать, можно... То есть ваше сердце может выпрыгнуть из вашей задницы после очередного скримера. Поэтому надо было отдохнуть и поиграть во что-нибудь еще. Итак, значит... Это точно резьба четвертая. Там тоже крестьяне из деревни ушли на звон колокола. Там, наверное, это сейчас... Ада Вонг в него позвонила, и они сдриснули. Ой, так есть спринт все-таки здесь. На джойстике. Полезно иногда кликать все подряд кнопки. Можно найти что-нибудь новое. Как она сейчас к двери припарковалась. Так, это Лесли. Он, как обычно, бесцельно куда-то мчится. А, на этот раз за ним гнались. Нужно добраться до него? И что мы будем делать, когда доберемся? У нас с тобой ничего нет. Ой, блин, нахуй надо. Что это такое? А, это ловушка. А-ля Вьетнам. О боже. О боже, я их не увидел из-за того, что у них почему-то глаза перестали светиться. Мне кажется, что этот сукин сын меня спалил. Мне кажется, что будет верняк бежать! Дура. Ну ладно, охнуло и чё. Насилуют! Надругаются хулиганы, ёптэмига! И только руки свистят по степи, еще и слепошарой. Слепенький, тебя только тут не хватало, сука. Бум, лещ мимо, есть, все, правый похоронный прошел. Ну, по крайней мере, я теперь знаю дорогу, куда идти. Только как мне пройти мимо кучи людей, которые жрут, но с недостаточно сильным аппетитом, чтобы, блин, ни хрена не замечать. Зомби очень хитрые, делают 2 дела сразу, жрут и слушают. И, сука, меня, походу, нихерово было слышно сейчас. А, может, их надо заманить в ловушку? И тогда они сдохнут? Эй, ублюдки! Ну, вообще, конечно, не так вот их в ловушку надо заманивать. Блядь! Первый нах! За мной, пацаны! Я что-то подаю, сейчас. Я пытаюсь сформулировать, что здесь нужно делать. Главное, что они за мной не прыгнули туда, значит, что они не тупые. В отличие от детектива Кидман, которая не могла перепрыгнуть маленькую ямку. Мы на празднике через костер прыгаем, и все, и нормально. А у нас еще яйца висят, у нее их нет. И она не может прыгнуть нормально. Эй, Нига, рэп. Ой, смс что-то пришло. Ну давайте, давайте. Но окружить-то они точно не должны догадаться. Сейчас они помрут. Ой. Да бери ты. Это слепенький, да? Был бы ты еще глухонькой. Блять, уйди от меня нахуй. Я хочу пройти этот уровень уже, ёб твою мать.
Да, блядь, как ты заёб меня, а? Ладно, там три идиота, этот-то вообще здесь нахрен не нужен, он тут лишний. Почему на него слепенький не напал, я не понимаю. Ну, сука, завалю сейчас, падал. Он ведет себя неадекватно, он умнее, чем Джозеф, а Джозеф был боссом. Здравствуй, блядь, падла. Правый в ухо. Так, мне, наверное, надо все-таки сюда как-то уйти, потому что там слепенький. А здесь двери. Ёпта. Вошла просто как, блядь, папа домой вернулся, чё за нахер. Кто-то уже в комментах написал, что она, блин, как дура, двери ногами открывает. Но это женщины, женщины не умеют быть логичными в таких вещах. Вспомните хотя бы, как в Alien Isolation с баба дверями хлопала. О, как, сука, я хотел сказать, как я холодильником, но нет, она хлопнула, знаете, как будто, блядь, Жигули захлопнула, ё-мо. Опять здесь надо кого-то на кого-то нагреть. Что трудно, потому что не видно. Ни черта. А, и вот этих надо приманить. А чё они Лесли не бьют? Эй, фашисты! It's gonna be fascism! Пидорас, он не дал мне выбежать, ублюдок. Обосрал мне, блядь, весь план, мундофил. Сука, если бы они там ходили рядом и бежали вместе, а то один туда, один сюда, блин. Блядь, грёбаные игры без оружия. Как я ненавижу, когда нельзя всех просто убить. Если орёт как... Блядь, я не понимаю, я же рашил. Или потому что мы с этим уродом вдвоем встали. Она не выдержала и сразу сломалась. Ой, как я ненавижу эти задачки, типа, обдури тупорылый компьютер, блядь. Засеки тайминги, скрипты и прочую херню. Что вот она видит, что? И что? Колокол. Что мне делать? Позвонить. Громче ори. Отвлекай их. Как же я не люблю стелсы, господи, как я не люблю их. Ну, где этот колокол? Я ничего не вижу. А, вон. Этот фонарик в этой игре, его скорее нету, чем он есть, блин. И куда мне потом щемиться? Дергает как быка за письку. А это что, у меня лестница тут передо мной стоит? Вы прикиньте, в натуре эта лестница была. Ты где, придурочный? Выпусти меня нахер отсюда! Да! Тупая ты, мразота. Она еще так с ним спокойно разговаривает, как будто за ней не бегут 10 мужиков. И они хотят даже не изнасиловать, хуже. Он с рождения ранен, блин, в голову, сука, снарядом.
Не, видели, как говнюк подставил? Просто забежал и в дверь закрыл с той стороны. Надо было еще, знаете, задание дать, чтобы пару кругов вокруг могил от этой толпы сделать и попутно уговаривать Лесли открыть. Почему бы нам не взять вот эту лампу с собой? В двух руках фонари носить, ближний, дальний. Может, с двумя хоть светлее станет, то что ни черта не. Лесли, тебе что жопу отдавило? Да. Может, тут нельзя громко цокать каблуками? А снять их Кидман не может? Мне иногда кажется, что большие каблуки у девочек это такая же заместительная терапия, а как большая машина у мужиков, типа. О, бляха, муха. Чё это было-то? Лесли Нильсон, ёпта, ты это видел? Я отсюда пришел. Или он меня куда-то переместил, наверное? Лесли опять бежит. Идей-то мы. Лесли, брат Тюнь, ты что-нибудь понимаешь? Может, только безумец может понять другого безумца? Лесли, ты не можешь пожелать погоду получше? Пусть солнце светит. Я помню, насколько был плохим напарником Джозеф для детектива Кастелланоса в оригинале. Вау. Что это так атмосферно вписывается в эту игру? Новая музыкальная композиция, батюшки, как какая прелесть. Господи, надо ж так. Такие, как их ачивки, да? Такие просто, блядь, антиатмосферные сделать. Так, в 5 мор поразил наши стада, он унес много жизней. В 7 мать пришла в лоно церкви, этот символ отпечатался в ее душе. В 14 я сбежала, оставила записку, что отправляюсь на небеса. И это записка детектива Кидман, это походу про нее. А, там собачка ж была где-то здесь. Лесли качает, видите? Йоу, йоу, йоу. А, что он там тыкает? Лесли говорит, что вот так вы должны тыкать в рекламке. Вот так вот. Походу. Я уже обкакался. Что там? Я сам хочу спрятаться, блин. И не высовываться, пока меня не позовут. Подвинься, сука! Что это, мать его, было и где? А? Кто сказал мяу? Это было что-то, блядь. Не въебаться огромное. Это я круг прошел.
Так, масонский глаз, кажется, да? Так, куда тут? Меня напрягает, что я не вижу своего врага и не понимаю, куда идти. Двойной напряг прям. Ну, ладно, в принципе, с первого раза пройти этот момент, я думаю, мне в любом случае не грозит. Такая музыка сыграла, я думал, что меня запалили. Это, походу, снова прожектор фейс на меня дошла. Звук такой, помехи телевизионные, как будто. Туда она не идет. А, это не прожектор фейс, это мне можно фонариком растворить что-то. Статуэтка с крестом. У этой фигурки сложены крылья, а за ее спиной возвышается распятие. Какое это распятие, не знаю, правда. В Диабло на таких скелетах висели. Надо статуи поставить на место. Сколько всего статуй? Три? Они еще ставятся никуда попало. Вот так-то. Смотрите. 14. 5. 7. Как тут инвентарь-то включить? Ну, явно не так. Настройка, главное меню. Так. Хер его знает. Ну пусть пока здесь постоит. Не знаю. Ничего не случилось. Надо было, наверное, могилу запомнить, откуда я ее взял или что. Ничего не написано. Херня какая-то фигура. Так, крылатая фигура с растопыренными крыльями. Именно так на самом деле выглядела статуя на рынке. Обалдеть. А, тут огр нападал. А не собака. Вроде как. Так, маски. Блять, что там нахуй открылось? Такая фигура с бычьим черепом вместо головы появляется в кошмарах Кидман. Это не к добру. Это на время или что? Или на сообразительность? Не так, да? Хорошо, попытаемся применить логику. В 5, в 6. Так. Это цифры возраста из записки. Что там было в записке? Вот она, записка-то. В 5 мор поразил наши стада. Он унес много жизней. Вероятно, это бычий череп. В 7 мать пришла в лоно церкви. Распятие. 5, 7, 12. Ага.
в 5 мор. Где тут 5? Вот 5. Это бычий череп. В лоно церкви мать пришла после этого. Это сколько? Вот это. Лоно церкви. Вот, с распятием. И, значит, я здесь вот. Она, типа, пошла в монашки. Ну, мы рады. Шкардос. Блять, обморок ебаный напугал меня. Я думал, уже идут меня пиздить за разгадку. Так, хорошо. Что-то мне подсказывает, что сейчас тут что-то будет, нах. А что случилось? Я из-за кустов не вижу. А, огр, ёпта. Тупой, бессмысленный, беспощадный ублюдок. Он один. Over here. Come here. Over here. Hey! И он глухой. Слышит он очень херово. Ну давай, не слаблюха, это падла. Я могу, конечно, рашнуть. Но сам не верю в успех. О боже, нахуй надо было сразу бежать. Лесли! Помоги, братан! Левый стик, левый стик! Ой, чует мое сердце, что не поможет. Левый стик, левый стик. Да, детектив Кидман на своих каблуках бегает еще в два раза меньше, чем это делал Себастьян Кастелланос. И в целом, я думаю, что даже на Олимпийских играх по бегу среди людей, не имеющих ног, эта парочка ни за что бы ничего не выиграла. Ибо это просто вообще ни о чем. Может, он и сам бы отошел, может, его не надо было звать на самом деле. В конце концов, он тупое животное. Но огромное, сильное, еще у него из сердца цепь торчит. Давай, морячок, давай. Примитивная ты тварь. Закрывай двери, Лесли, запирай. А, видите, у него нет мозгов даже, чтобы дверь на себя потянуть. То вхерачится в нее со всего разгона. Черт, не та кнопка. Быстрее, быстрее, быстрее. Лесли, ты там, надеюсь, не отстал? Лесельман, давай. Ну нахер. Укроемся в этом храме божьем, в котором творится, рядом с которым творится бесовщина. Тронет, тронет. Кого тронет, чего тронет. Ага, у нее снова появился пистолет, который, помнится, Джозеф разрядил и выбросил. И на поясе у нее висит еще один пистолет. Да она. Может, она у Джозефа забрала? Напомните мне, откуда у нее два пистолета. Ой, он в очках, как у Нео из Матрицы, походу, идет, смотрите. Что, он понтанулся или что? Или мне показалось, это у него тени такие? Back up. He's coming with me. Oh, I hope so. I needn't remind you the consequences for failure. Your people aren't the only ones. Очки либо пропали, либо их правда не было. You need him to get out. As do I. We're all their pawns, eventual victims. They killed me. They ripped me apart and took what they needed. Это мы уже поняли из первой части. I will destroy what they wish to control. Людей, что ли? Он уничтожит людей? Рувик? Stop it! Sense a conflict of interest. Just what was your mission exactly?
Мне интересно все-таки, кто в больнице бой не устроил, Лесли, что ли? Так он подключенный лежит. Что это у него, ТТшка? А, Кольт. Кольт 19-11. What are you doing, kid? You are to bring the boy back to us. No! I can't! If I bring Leslie out, Reuben... Видимо, это финал эпизода. Финал DLC, вернее. Что-то мне подсказывает. Просто оценив градус выноса мозга, я решил, что это должен быть конец. Только не говорит, что это финальный босс. Вот зачем я все это открывал, чтобы там от него сейчас убегать. Back, отличная камера в духе резидентов, в лучших традициях. От меня вообще тут что-нибудь зависит. Да, сейчас я управляю лево право, но галоп задает она сама. Обратите внимание, как быстро она теперь научилась бегать. Быстро и долго. А мне остается на самом деле... черт, нет, мне надо жать вперед, принимать решение, куда мы поворачиваем. Это чудо, что мне удалось с первого раза добежать до сюда. Такие щупальца, а идет с рукой протянутой. Смешно, как она на каблучках несется, энергично двигая своими булками. Неплохая у нее выпечка-то, в общем-то. Да, это был действительно конец. Ну что ж, ну, мне кажется, что под конец все-таки игрушка немножко сдала свои позиции, потому что она стала слишком Evil Within-овая, блядь. Как бы вместо ответа на свои вопросы... Я получил очередной какой-то бред. Но на этот раз, в принципе, этот DLC я уже понял, по крайней мере, зная, что все это происходит у них в голове, в больной фантазии. Теперь просто основная замутка это в том, что Кидман работала на эту корпорацию, которая чего-то хотела вытащить там из головы у Лесли. Чего хотела она вытащить, чё они там добиваются, какие исследования, чё контролировать. Это мы узнаем в следующем DLC, видимо, да? Новая игра плюс, с автоматом, наверное, как обычно. В общем, не знаю даже, что... 3 часа я проходил это DLC, ну что ж, это для DLC неплохо. 15 раз сдох, спасибо, что напомнили. Засранцы. В общем, как обычно, ответы на свои вопросы вы можете, возможно, узнать в следующем DLC, как бы говорит вам игра. Так что что-нибудь жмите, например, на рекламку, что-нибудь пишите, например, комменты. И адьё.